В Голливуде вновь снимут фильм о тайне перевала Дятлова. Американская студия Straight Up Films объявила о начале работы над съемками фильма о тайне перевала Дятлова, на котором в 1959 году при невыясненных обстоятельствах погибли 9 советских альпинистов. Фильм будет снят на основе книги Донни Эйхара «Мертвая гора. Неизвестная правда о перевале Дятлова». Пишите в комментариях, на какую тему вы хотите смотреть новые ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Всем пока!